У юбилейный 750-й день нараджэння Магілёва и у день его вызволения от нямецко-фашистских захопников по традиции узнагородили лепших людей Магілёва. Специальную премию гарвыканкама досягнения отримали 17 человек из разных сфер деятельности. Каждый из них принял славу и повагу не только Магілёву, але и всей Беларуси. У юбилейный для Магілёва день нараджэння свой особливый юбилей и у специальной премии гарвыканкама досягнення. У 15-й раз урочисто выказывать повагу людям, которые отданы своей справе, а профессия для них стала сенсом життя. Мы процентов на 70 в сравнении с прошлым годом увеличили объемы производства, завоевали новые рынки, рынки Восточной Европы, рынки Ближнего Востока. Наверное, и поэтому добавилась зарплата у людей. Высокие показатели у нас. Последние вот два года мы провели большую работу по энергосбережению. Снизили потребление электроэнергии порядка 2 миллионов киловатт-часов. Ну и много сделали для нашего любимого города. Это и новая иллюминация, это и новые рекламные вывески. Являюсь руководителем заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Кужалёк». И на протяжении 25 лет я работаю с детками. За 25 лет у нас очень много дипломов различного уровня. За 15 годов премии «Досягнення» ее лауреатами стали 228 могилевчан, многие неодноразово. Я думаю, что все жители города Могилёва по достоинству оценят решение горосполкома, потому что здесь равнодушных людей нету. Люди дела, люди творческие, которые действительно историю города Могилёва за 16-й год несли свою какую-то изюминку. Як прогучало по часу урочистой церемонии, сегодня Могилёв динамично развивается. Ведется масштабная работа по его добраупорядкованию. Напереди шмат цікавых проектов. И это дякуючи таким людям, как лауреаты премии «Досягнення». Соправдным подарунком для их стал концерт Петра Елфимова, Ларисы Долиной, Сусо Павліашвілі, Стаса Костюшкина. Татьяна Сергійчик, Денис Бутылин, новини региона. Піротехнічне шоу, аналогу якого не бачила Беларусь. Так оценивают организаторы свята подарунок, який зробила Китайская Народная Республика нашему городу до дня нараджения. На протягу полгодины могилючане и гости города убачат незвычайный видовищный фейерверк. Флаги, сардечки, птушки, водоспады, надписи. Это только частка символов, которые размалюют небо над Могилёвом подчас самого масштабного фейерверка краины. По словам специалистов, которые будут организовывать фейерверк, шоу будет сопровождаться музычными композициями и поделиться на несколько часток. Первая будет просвечена Беларуси, другая – Поднебесной. Пляцовкой запуску фейерверку вызначена набережная Днепра каля парку аттракционов. Причем пусковая пляцовка растягнется на 300 метров, а выстрелы будут ладить таким чином, что бачно их будет у разных утках областного центра. Справа у тем, что стрелы будут разноузровневые, а самые мощные досягнут вышини навод у 150-200 метров. Початок святочного фейерверка запланованы у 24 годины 1 липня. Звертаем вашу увагу, что для безопасности выставить посты очапления. Будет перекрытый мост имя Яшина праз Днепр, парк аттракционов и прилегающую территорию каля Палаца в области. Уважливо ставьтесь до своей безопасности и безопасности инших.